Свистолеты. Третья серия. Вентилятор в классе. Автор сценария Денис Ташкин. Режиссер Денис Ташкин. Продюсер Денис Ташкин. Нигерия, давай поиграем. Нет, ты забыл, я не твой друг. Швейцария, давай поиграем. Ой, спасибо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Исландия, лови. Что это? Это мячик. Спасибо. Нет, это не мячик. Это Колумбия. Смотрите, ребята, что в коробке. Очнусь. Я понял. Там вентилятор. Алло, хорошо, пока. Пока, Хорватия. Смотрите, это вентилятор. Я знаю, что делать. Кинь на Колумбию. Подарок. Это гадость. Ха, получай. Не поймал. Ха-х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 а-
Вам я лучше, чем он. Если хотите больше узнать о мультике «Свистолеты», когда четвертая серия будет в следующую пятницу. Конец.